На работе в Москве я должна купить дорогущий костюм. И здесь мои птицы все равно, чем я прихожу к ней. Главное, чтобы это было ведро с едой. Вас засыпет снегом, вас... Как вы попали в телевизор? Меня заставили. Для себя, на себя ты видишь результат. Не совсем уже речь идет о том, что хотят перебираться или не хотят. Придется перебраться. А как ты попала в телевизор? Я заплатила. Интересно, с какого это кармана? Дохода. Алло. Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, Елена. Да. Да, меня зовут Боротынский Сергей. Я могу вам перезвонить, потому что я в Москве нахожусь. Я не знаю, какой у вас тариф, я могу перезвонить. Ничего страшного, Сергей. Нет, все нормально. Все, да? Да, значит, смотрите, меня зовут Сергей Боротынский. Я журналист на телеканале «Россия-24». Мы нашли ваш блог в Ютубе. И там некоторые записи в интернете о том, как вы живете в деревне. Да. О том, как вы переехали и живете там. И мы очень хотели бы сделать вас героями нашего такого фильма-репортажа. Вот. Хотели бы к вам приехать и рассказать о том, как вы приняли решение, при каких обстоятельствах принимали решение о переезде, и как вам живется, с какими сложностями вы сталкиваетесь, с какими позитивными моментами вы сталкиваетесь сейчас, в период коронавируса, а интерес к переезду в... там населенные пункты, переезд в деревню, он, так сказать, увеличился. И об этом, собственно говоря, там будет наш материал. Мы хотели бы рассказать обычную историю там, простых людей, о том, что это такое, да, жизнь, переезд и жизнь в деревню. Вот, могли бы вы согласиться? Вот, естественно, там мы, если приедем к вам, то с соблюдением всех там... мер предосторожности, там, да, интервью на неком таком расстоянии. Там. Караул, ребята. К нам приехали с канала «Россия-24» снимать про нашу деревенскую жизнь. Так что или их видео потом возьмем, или, может быть, свое что-нибудь снимем. А вот мой муж в ужасе. Непонятно, что там с ним делают, но стоит он как вкопанный. Блин. Пс. Можно выйти? Улыбайся хоть иногда, а то у тебя рожа как на траурной фотографии. Фотозвезда моя. Ой. Давайте позырим из-за угла. Что, фигово прошелся? Еще раз? Пошел. Саша, расслабься, я тебя умоляю. Тихо. Ну вот еще что мы хотели показать вам, дорогие наши друзья. Мы вам доверяем, скрывать нам нечего. В общем, вот такая у нас сейчас идет аналитика по каналу. Посмотрим, что принесет нам видео на «России-24». И мы даже не знаем, будет ли указано там название нашего канала. Но на всякий случай зафиксируем этот момент, чтобы сделать еще один эксперимент. Помогли мы развитию своего канала? Посмотрим. Никогда в жизни не думала, что скажу это. Смотрите «Россия-24» специальный репортаж.